Дорогие оренбуржцы, уходит в историю 2019 год. Год больших перемен, важных решений и крупных проектов. Мы многое сделали вместе с вами. Дороги, школы, детские сады, ФАПы, спортивные площадки и клубы. В наших городах и селах создается комфортная среда для жизни. Да, впереди еще очень много работы. Мы должны создать точки роста региона. И я уверен, что жители будут активными участниками всех общих дел. Чтобы каждый проект работал на Оренбуржье. Чтобы Оренбург стал настоящим центром притяжения. Наступающий 2020 год будет особенным. Это год 75-летия Великой Победы. Год памяти и славы. Мы всегда будем с болью и гордостью помнить героев, которых уже нет рядом. И у нас есть особая честь поддержать сегодня ветеранов. Окружить теплом и заботой фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Всех, кто отстоял мир и свободу нашей великой страны. Кто подарил нам жизнь и будущее. Дорогие друзья, желаю вам в новом году как можно больше счастливых и радостных дней. Пусть сбудутся все ваши мечты. Успехов во всех делах. Здоровья, любви, тепла и уюта в каждый дом. Развития и процветания нашему Оренбуржью, нашей России. С новым 2020 годом!